Соглашение об ассоциации Украина-ЕС заработает с 1 сентября этого года. Об этом в Киеве заявил посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли. По его словам, процесс ратификации почти завершенный. С началом осени запустится реализация всех норм документа. Напомню, Украина подписала соглашение об ассоциации еще в 2014-м. Тормозили процесс Нидерланды, которые ратифицировали соглашение только в прошлом месяце. Соглашение об ассоциации уже ратифицировано всеми членами ЕС, это 28 стран, и вступит в силу уже скоро, а точнее с 1 сентября. Это даст импульс для имплементации всех положений соглашения и приблизит Украину к Евросоюзу, а также усилит наше политическое сотрудничество и ускорит экономическую интеграцию Украины.